Цимил Маша, книжка про книжки. У Скворцова Гришки жили-были книжки. Грязные, лохматые, скрыванные, горбатые, без конца и без начала, переплеты, как мочало, на листах корабль. Книжки горько плакали. Дрался Гришка с Мишкой, смахнулся книжкой, дал разок по голове. Вместо книжки стало две. У бедняги Робинзона кожа содрана с картона, у Крылова вырвал лист, а в грамматике снятой на странице 35-й нарисован трубочист. В географии Петрова нарисована корова и написано «Сия география моя». Кто возьмет ее без спросу, тот останется без носу. Как нам быть, спросили книжки, как избавиться от Гришки? И сказали про те книги, вот что книжки, убежим. Берем библиотеку, свободный наш приют. Там книжки человеку в обиду не дают. Вперед! Воскликнул Дон Кихот, и книжки двинулись в поход. Беспризорные калеки входят в зал библиотеки, светят лампы над столом, дышат полки за стеклом. Вдруг задачник подлинело стал шептать: 6, 8, 48, 39, 45. Я тратил год, день кинулась дрожа. В это время на пороге появились сторожа. Чисто вымели повсюду и завешенкой в углу книжек порванную груду увидали на полу. Без конца и без начала, переплеты, как мочало, на листах корабли, сторожа заплакали. Плюс несчастные вы книжки, истрепали вас мальчишки. Отнесем вас к врачу, Митрофану Кузьмичу. Он вас, бедных, пожалеет, и почистит, и подклеит, и обрежет, и сошьет, и оденет в переплет. А у Гришки неудача. Гришке задана задача. Стал задачник он искать. Заглянул под кровать, под столы, под предки, под диван и кушетки. Ищет в печке и ведре, и в собачьей конуре. Гришке горько и обидно, а задачника не видно. Что тут делать? Как тут быть? Где задачник раздобыть? Говорят, в читальный зал мальчик маленький вбежал и спросил у строгой тети: вы тут книжки выдаете? А в ответ со всех сторон закричали: книжки вон!